А сотрудниками полиции за что были задержаны? За гадание. Гадали где? А? Где гадали? Кому гадали? Как золотые украшения забирали? Два колечка. Одно и два колечка, а другое три колечка и цепочка. Так, а что говорили потерпевшим? Что будет счастье, рядом будет. Сами работаете ли? Официально нет. Так, сколько эпизодов? Два. Два раза. Золотые украшения куда дели? В ломбарде. Простите. Богом вернитесь. Богом. Лицом ко мне. Задержанная была доставлена в УМВД России по городу Смоленску, где в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена ее причастность к двум мошенничествам. Похищенные золотые украшения подозреваемая сдала в ломбард. Вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В настоящее время проводится комплекс дополнительных мероприятий, направленный на установление иных фактов преступной деятельности задержанной.